А кстати, а ты когда его, ты его прокачивала или нет, ворона? Ты добавила силу ему? Да, сколько-то очков там. Да, сразу прокачала, да? Ну да. Все хорошо. Это прокачался, да, такой? Да, Дуда плей. Дуда плей. Всем привет, ребята! Привет! Привет, Ака! Как делишки? Как ты говоришь, бандиты? Как делишки? Ух ты, а что тут у меня можно ящик забрать прям? Ящик? Да. Можно я его заберу? Забирай ящик. Подожди. Герой! Блин! Не поверишь, кто! Да ты чё? Блин. Ворон! Да ну! Легендарный первый из четырех бойцов. Ворон бросает 3 отравленных кинжала, его супер стремительный прыжок, в начале и в конце которого ворон разбрасывает по сторонам кинжалы. Ворон, прикинь? Да ну, Юлька, это что, правда, так? Да, а у меня еще что-то тут можно забрать. Ну-ка, забрать. А, очки силы, да? Выберите бойца. Давай вот ворону, ворону давай очки. Ворона? Да, ворону обязательно. Очки получит ворон, окей. 75 очков. Вот, его прокачаешь сейчас. Это легендарный, это супер легендарный вообще редкий воин. Офигеть, как тебе? Я не знаю, я в шоке. Как тебе ворон выпал? Ворон вообще... Эльприма, потом ворон вообще. Я вообще в шоке. Ворон это очень редкий, легендарный. Это, ты что, легенду может, открыл? Мне его как раз сейчас взять попробовать. Конечно, ты легенду открыла только что. Офигеть, ну даешь. Готово. Офигеть, в натуре ворон, я думал ты шутишь. Офигеть, ребята. Жесть. Я так рада вообще. Нифига тебе везет, слушай, так, а? Ну? Офигеть. Ворон это вообще тема. У него супер, он прыгает и всех обстреливает. Видишь, у него с отравлением. Ты вот кинула, и бочка, видишь, травится. Ага. Он вообще-то редко так попадается, да? Вот о, давай играешь? Этого убьем. Смотри. А, вот он. Ай, били меня. Он еще пока слабенький ворон, воронишка. Так, ладно, сейчас я тебя подожду быстренько. Ох, розочка меня чуть не убила. Во, он, конечно, у тебя еще маленький вороненок. Но когда ты его прокачаешь, мама, не горюй. Так, сейчас я попробую этого була убить. О, у меня вообще далеко. О, столкновение. Он зелененький такой стал от моих. Да. Все, видишь, он идет и умер. О, нормально так. А кстати, а ты когда его, ты его прокачивала или нет, ворона? Ты добавила силу ему? Да, сколько-то очков там. Да, сразу прокачала, да? Ну да. Все хорошо. Это прокачался, да, такой? О, баночки. Да, собираем. Да, давай этого убьем. Первая победа с вороном, прикинь. Классно вообще, клёво, ребята. Ребята, вы лайки ставьте мне тоже, а то вы, наверное, так и плей только и ставите лайки, а мне не забывайте тоже ставить лайки. Ничего, вы поставили лайк так, и у неё ворон выпал. Назови ролик, подписчик поставил лайк, и я открыл этого. Ворона? Да, ты можешь каждому этому пострелять, ну, то в один стрель. Пусть они, да, я не могу что-то добить. Пусть они отравляются, да. Ну да. Интересно, они сами лопнут потом? Ну. Кто это бежит? Да, вонючки какие-то. Какого вы фига напали? Это ворон, ребята, вы должны бояться его. Они какие-то непуганные, слушай. Я когда вижу ворона, я, знаешь... Аж убегаешь, наверное. Я два раза подумаю, во-первых. Я два раза подумаю. Ой, да я. Вот он. Ну-ка, супер, попробуем всех потравить. Иди нафиг, Нита за мной бегает. Столкновение, а, убей её. Я всех потравила, блин. Я кинула тут на километр. Клёво, так вообще. Ну, слушай, мы с тобой это, будем всех так побеждать. Ну, вообще классно. Ты его прокачаешь. Если есть супер ворона, короче, надо в толпу прям бежать и кидать, и он прям всех гасит. Угу. Вообще клёво. Ты даже можешь робота загасить, возможно, даже. Офигеть. Видишь, ты каждого, да, потихонечку? Бери этот. О! О, дурачки на нас бегут, смотри. Ой, это роботик. Ой, он тоже зеленый стал, прикинь. Да. Он тоже будет травиться.
А, меня в ловушку загнал, блин, да? Одним ударом щелкнул. Он там эту Ниту побил, Кольта побил всех, собирай. О, молодец. Блин, где я, где? Сейчас я их всех. О, робота убили. Ага. Так, а ну-ка. Так, Кольт, вонючка, взял, нет? Ой, тихо-тихо-тихо, давай захилимся, постоим. Так, у меня вообще здоровье, у меня 6000 здоровья. Так, дурачки идут, слушай. Нифига, я их убил. Это я их убил? Да. Нифига. У меня мощный тоже, слушай, динамайт. Ну, динамайт такой сумасшедший, я... О, мы выиграли опять, круто. Ну, классно. Фига, мы так прокачаем, я динамайка прокачаю, ты ворона. Угу, круто. Так, играем снова. Фига так, а ну я тебя поздравляю, слушай, молодец, вот тебе везет, тебе надо... Все, я с тобой каждый день буду играть. Угу. Ну тебе уже, наверное, тоже скоро попадется, у тебя же много уже всяких. Ну вот видишь, я вчера играл, я открыл динамайка, я открыл пенни. Ну ничего себе. Ну динамайка я взял, кстати, за прохождение. О, прям на робота, ё-моё. Ай, меня убили, блин, жаль. Убегай вверх, 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 ага. Убегай. Возьми вон те, а там... Меня нет, уйди. Ты чё встала? О, я промахнулась мимо кнопочки. Блядь, ой, держи, главное, мимо кнопки, ё-моё. Ну, бывает. Мне надо как-то увеличить кнопочки, бывает такая штучка. Тебе надо, тебе надо этот, мышки сделать, этот самый... Курсор побольше, слушай, блин. Может мне какой-то, да еще кнопочки мне надо побольше. О, ты там где? Да я тут внизу. А, вижу. Бежит, бежит уже. Ничего, 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 сейчас мы... Ой, робот. О, убил я ее. Ух, ты такая бежишь, я думал, это противник какой-то бежит, хотел убить. Ты уже увидел ворона, я решил, короче, убегать, да? Да. О, бомбу поставила. Это я кинул бомбу. А, да. О, столкновение. Да, и все выиграли. А, выиграли? Ничего. О, чё? Так, а мы такой, мы с тобой так никогда не выигрывали так часто. Это этот нам помогает, робот. Или лайки. Или лайки, сейчас проверим. Да-да-да. Ребята, большое спасибо за лайки, которые вы ставите. Это очень нам помогает играть. О, сколько кубочков. Ну что, будем еще разок или нет? Давай, конечно, давай играем, да, да, да. Давай, готово. Все готово, ага. Ой, как хорошо, ребятушки, ставят лайки. Атаки выпадают всякие вороны, блин. Это вообще редкий-редкий. Все мечтают ворона. Очень-очень все мечтают ворона. Ребята, вы не хотите динамитика, я вам дам. Ой, в смысле, меня убили? Меня этот убил, гад. Как его? Бул меня убил, офигеть. Так, сейчас 5 секунд. 4, 3, 2. Можешь пока идти на них, пока потихонечку. О, стой, остановись. О, давай. Так, есть, один убил. Так, одного убили мы. Как меня успели убить, я не успела взять. Ничего страшного. Так, сейчас я попробую Була убить. О, он сам умер, дурачок. О, столкновение. Да не иди ты уже за той фигню. Ага. Ха-ха. Плюс 9 кубков. Нифига. Так, а ты вообще поняла что-нибудь, нет? Нет, мы же только начали играть, в чем дело. Офигеть. Давай тогда еще раз катку еще сыграем. Давай. Вот это да, ворон. Офигеть, сначала Эльприма. Потом ворон. Так, забирай вон тут внутри. А ну, давай. Давай, давай, я внутри буду забирать. Ага, буду внутри забирать. Ну давай, что ты, блин. Так, а ты целиться умеешь, да? Да. Ой, сейчас этот заберет, засранец. Ну. И главное, он еще текает потом. Вот, возродился какой-то пенечек. О, банка, давай. Блин, это бежит, дура. Но, она забрала все. Ну ничего, она против нас двоих, куда она там бежала? Дурная.
Она за банки умерла, прикинь, она побежала за банкой. Ну конечно. А она-то одна, нас-то двое. Если она в одного стреляет, а мы-то вдвоем будем в нее стрелять, понимаешь? Мы ее убьем быстрее. О, ой, дурочки нет, бегут. Нифига. Есть, молодец! А что, меня убили или кого? И меня, и тебя, всех убивали, короче. Там столько банок выпало. Не говори, кому-то повезет, да? Угу. Совсем чуть-чуть не хватило. Да, ну что ж, заканчиваем, да? Давай эту серию закончим. В этой серии тебе открылся этот самый... Ворон. Офигеть. Офигенный, ну. Офигеть, ребята, просто офигеть. Спасибо за лайки, так что будем заканчивать серию, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал. А, кстати, знаешь, какая фишка? Я говорю ребятам, вы пишите приветы, и я буду приветы в ролике вам говорить. Да? Да. Да, давай. Вот, если вы хотите, чтобы вам передали мы привет, пишите под роликом привет, там, такой-то, такой-то, и мы передадим вам. В следующем ролике скажем там привет, там Женя, например, да? Ну да, давай, клёво. Да, привет, море, Женя, там. Ну, море, Женя. Привет, скромный, где-то он там потерялся. Да, вообще. Привет, скромный, конечно. Да, ну что ж, дорогие друзья, всем пока-пока, пока-така. Пока, Дуда, пока, ребятки.